Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за кхмеров на карте Архипелаги в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Всем остальным приятного продолжения просмотра. Слушайте, а вот если Крип в союзе, да, с Кристиной, и я в союзе с Кристиной, у меня может напасть Крип? Нет. Прости, а, подожди, подожди. Ты в союзе с Кри? Ты же не в союзе с Кри. Я в союзе с Кристиной, и Кри в союзе с Кристиной. Кри на меня может напасть? Может. Почему ему не напасть? У тебя есть, у тебя нет, то есть не дружба? У нас же общий союзник, нет? Так не работает? Нет. Женевских конвенций нет? Женевская конвенция там не поможет. Ох, накупил у этого, у кого-то накупил, у Маската юнитов набрал. Ну да. Ничего себе. Прям опасно. Ауч. Вот это было больно. Рим. Союзец продлим. Да, давай. Может, все-таки уже не военный? Да, давай. Что-нибудь более выгодное. Экономический. Ну, теперь я с русским готов замириться. И я. Тогда. Может, разносите дальше? Так ты там не на море смысла. Же. В смысле не на море? Там Ярославль-Соликамск и Тула на море. У меня не на море, только Москва и Питер. Ну, Вологда. Три оставшихся на море, три не на море. Нет, не буду атаковать, пожалуй. Я просто не знаю, с другой стороны, сейчас без 20-12 ночи уже, и я явно чувствую, что я здесь ничего уже не сделаю. Отстраивать заново города на месте Астрахани, даже если вы мне дадите развиваться. На месте Астрахани ты еще, может быть, поставишь город, а вот на месте другого своего города... А, ну ты уже туда ведешь города, тем более. Рим, союз прими. Это что-то... Ход пропустили. Кстати, Рим сейчас очень так красиво выглядит. Тут храм Артемиды, Фарусский маяк, такой очень в античном стиле. Колизей не хватало. А в это время Кри уже в эпохе атома. Вопрос только где? Наверное, в компьютерах? Нет. Нет, в авиации. Я думаю, сейчас Кри будет захватывать шведа, скорее всего. Кри меня идет захватывать. Тебя? Отступим. А смысл? Ну, не знаю. Я бы захватывал того, кто развит, но и кто не в авиации, кто отстает. Леша хитрый манипулятор. Да я так сижу тут, комментирую, я вообще далеко от них. Мне-то что, Кри, мне ничего не сделает. Я просто знаю, как Челлини играет. Челлини сейчас будет кого-то захватывать точно. Че, кого-то? Я ему уже предложил кого-то. Что-то у меня игра, блин. Я ход закончился,
А, ну мы типа Рим ждем. Не, Рим ждем. Да, так заканчиваю ход. Сейчас, секунду, все сделаем. Рим основал новую религию алкоголизм. А что, так можно было? Алкоголизм? Да. Так что, русский, мне кажется, это должна быть дружиться? Российская религия. Ну, ты выбрал... Ну, ты сам как бы с самого начала выбирал и, видимо, выбрал не то. Ну да, не то выбрал. Мне кажется, если бы у меня был алкоголизм, то дело лучше пошло бы. Все алкоголики так говорят. Так что, русские, будем мириться? Ну, это мне значит, тогда играть надо еще. Ну, смотри, если ты не можешь выиграть, то ты можешь повлиять на игру впоследствии. Я понимаю, что я могу как-то повлиять, но... Я не знаю, что ты русский, да, опускаешь руки, у тебя еще нет. Науки неплохо, культура неплохо, то совсем не отстаешь прям. Если я сейчас даже опять немножечко Я их уже... Да, убили летучих. 50 сдаю. Блин. У меня есть защиты, два дракона, один арбалетчик и два мечника. Что-то там на воде плавает. Вон там. Короче, руинки. Я вангую, что победителем будет либо Кри, либо Рим, либо Швед. Кто-то из троих. Кто-то из них. Не, ну а на самом деле. Вот Швед, смотрите, какой молодец. Троих вынес, у него куча городов, и все равно он Рим еще не догнал. Двоих. А, двоих. Ну, Афины, ну и Америкос. Не, ну там ребятам вообще такой баланс зашел, что они там человек на человеке. Мне, считай, честно говоря, завезло с местом. Я один так свободненько развивался. Но, наверное, мой главный минус в том, что я слишком улетел так по науке, что ли. Показал всем остальным, что я от них отрываюсь. Все сразу такие, опа, давай мочить русского. Да, именно так. Ну, кстати, да, увидел, когда у тебя плюс один... Два ученых на плюс к кампусам, но это... Ну я на них крутил флаг. На кампуса, на библиотеки, на этих универы, да, я взял. У меня, понимаешь, места такие, что промки очень мало. У меня только в Санкт-Петербурге все хорошо. Там вот 97 промки, да. Но это за счет рурки. А в остальных местах Соликамск 26, Вологда 31, Ярославль 15... Москва 34, Тула 3. Ладно, сделаем. Ой, ты еще военный лагерь на меня ставишь? Универ, а тут купить надо. Почему-то я ходить не могу. Показывает ожидаем игрока. Потому что я сейчас хожу. А ты один ходишь? А вот это не знаю. И я хожу. Еще ходит Лёша и Рим. У меня в случае. Ну да, да. А вернуться типа к ходу уже нельзя, я смотрю. После рассинхрона нет. А, вот оно что. Блин, все улучшено уже у меня тут. Клетки покупать не хочу. Давайте, может, миссионеров куплю, что ли, распространю религию.
Я все-таки взял там верование, по-моему, на... Да, плюс одна культура за каждые 5 последователей этой религии. На Рим, по-моему, ничего не распространено. Ну, религии я тут побеждать не буду. Тут слишком это тяжело. Русский, так ты мириться не собираешься? Я правильно тебя понял? Слушай, да нет, мне на самом деле уже прям жду, когда, как бы, какой момент, что сделать, выйти. Короче, ребят, если я ухожу, вы не против? Давайте голосовать или как? Ну, вообще-то против. Да, я тоже против. Слушай, я тут... Ну, ты довольно сильный, 139 науки, 61 культура, я не понимаю. Че, уходить? Я забрали только 2 города. Да не, не из-за этого даже. Ну ладно. Значит, пока играем. Ну, просто из-за времени. Нет, так было ж написано, играем до победного. Что значит из-за времени? Ты ж не предупреждал никого, что... Ребята, я там только... Даже Францию с Китая не отпускают. Нет, какая-то тут хочет Москва уйти. Сейчас сделал Китай, напал на меня, окружил меня полностью кораблями, не дал мне сделать никакие союзы торговые. Я сижу в жопе без денег, мне приходится защищаться, типа, и все. Кстати, у русского 3200 денег, еще на минуточку. Русский, отсыпь мне бабулишко немножко. Блин, еще религия. Ну ты уже меня обратил, видишь? Рим грузится или че? А что ходит? Слушай, сколько ж ты ходишь-то? Сколько войск такое? В общем, все классно. Там комплекс на плюс 5. Строители квадриремы. А я тут с кем-то... Что тут за квадрирема захватила строителя моего? Тогда, Лёш, что мне, забирать русского полностью или как? Столицу мне... забери, если столицу заберешь, он может выходить. Ну, сдавать-то он вряд ли будет так. Ну... Но одно, другое. А Леонора, даже в долг? Так а чё ты... Конечно. Зачем тебе его забирать вообще? Ну, потому что у меня будет усталость от войны накапливаться. Мне нужно ее заканчивать. Вот. Заканчивать как-то дружить, но он отказывается. На самом деле... забирать, уничтожать. Ну, получается, да. Если Рим бы меня забрал, то он очень хорошо бы улетел вверх. Получается, забирать. Просто если он меня заберет, то у него шансы еще увеличиваются для победы. Блин, если там... Меня что-то захватывает эти. Так, тут фабрика. Не действует, а где тут фабрика? Странно, тут же... Почему здесь нету от фабрики производства? А, не, есть, блин. Надо отменить, я тут зря фабрику строю. Жалко, что чудеса пришлось поломать в Архангельске.
Если какие-то в одном городе, их могут строить в другом? Забыл уже. Там был Оракул. А, Оракул был, да. 5-4 растения. Два форта я не смогу. Селитровую шахту я не смогу. Я пойду, то я уже не выдерживаю. Две угольных электростанции, это я могу. Слушай, если ты уйдешь, я тоже уйду. Чё, ты так просто заберешь Китай? Да, у меня тут больше нет. Там фрегатами атакую я. Да, слушай, опять у всех рассинхрон. Кто, все тут? Ну, у нас сейчас каждый ход будет рассинхрон. Так. А Канди это плохо. Да, давайте, думаю, наверное, учетные банки поставим. Никаких перспектив. И мы содержание месте, юнитов. Что... Целом. Ясно. Так. Теперь. Кого качнем? Давайте Пингалу на гранты. Я бы, кстати, вполне тут гранты какие-нибудь. Ну, сейчас закончится, правда? Так, тут давайте мастерскую, а фабрику я куплю. А здесь как раз фабрику отменим. Вот тут театралочка. Наверное. Ну, кстати, почему бы и не поставить? Тут мне, ну да, квадрилема армы, блин. Что, и арму убили? Ну а нафига она? А ты тут или ты уже вышел? Вот еще уголь есть. Кстати. Не, город я сохраняю, конечно. Так, ну и будем к французу уже присматриваться. Мне главное, чтобы нефть была. Собственно, в нее иду. Может, сейчас на него уже напасть? Фабриковать скандал. Да, продлеваем швед. Кстати, нету каких-то супер прям городов. Не, давайте к кому-нибудь просто в город посадим. Вон, к Кри. Ну чё, Пингалу дальше пересаживаем. Давайте в Харихаралайя. А Магнуса в Пхавапуру. Русский, а ты здесь еще? Да. А почему ты не хочешь заключить мир, построить поселенца, найти алюминий, приплыть, поставить, нанять... Нету алюминия, я же его вижу, ты чё?
Ну, нету свободного, то есть он везде занят? Где он есть, там под боком у другого. Ну так, это тебе всего лишь? У меня там лояльность не проживет. Пока я доплыву туда, это 20 ходов. Там люди уже космопорт начнут строить. Ну и чё, мне это не даст кого захват. Я думаю, еще никто не исследовал космопорта. Ну, единственное, если только Челлини. Но он вот скорее в авиации. Когда там у нас должен вот-вот союз заканчиваться. Он же захватывает этого. 4 хода. Через самолеты. На его друга. По несчастью. Шведа? Не, ацтек. Ацтека? Со шведом я не дружу, нет, коммуникабельный. На самом деле Кри хорошо так улетел по науке. Руинку. Надо со... Куда ты пошел? Вот тут. Было место по 3 города, короче. Рим, ну тебе, мне кажется, на самом деле, чтобы это все было не впустую из-за того, что ты воевал и как бы потерял столько времени и всего на эту войну. Другие за это время, видишь, тебя перегнали. Ты был в фаворитах. Теперь тебе надо лучше меня до конца добивать. Ну, не прям, может быть, до конца. Но вот Москву и Питер взять. Но мне кажется, тебе надо было забирать эти города, а не уничтожать. Ну, я бы не смог города. Их удержать. Вот в чем проблема. Как бы мне... У тебя же были там мушкеты армии. Можно было Питер брать с Москвой. Через твои вот эти вот пушки пробиваться, но это долго. И у меня нету... Не было бомбард нормально. То есть я подходил пушками, ты бы их расстрелил. Они бы... Ну, меня... Я бы этого не смог сделать. На самом деле у меня была часовня великого магистра, и я просто нанял порядка 10 там пушек за веру. А все это стояло в Астрахани. Ты Астрахань уничтожил, и все, я не смог ничего теперь за веру покупать. И я, понимаешь, я только сижу и произвожу юниты, чтобы отбиваться от тебя. Ты еще кучу юнитов убил. Да, кстати. И будущего у меня здесь никакого нету. Твое будущее заключалось еще в том, что тебе нужно было... Еще в другом. Тебе нужно было не пушки покупать, а бомбарды. Они против морских юнитов имеют бонус. Да, ну вот обороняться, это, кстати, да. Да, согласен, не подумал. Я бы тогда, может быть, как бы Астрахань бы взял. Вот не Астрахань, а вот который ниже взял город, а Астрахань бы уже не смог. Чтобы в Ярославле, в Соликамск, но... Я на самом деле... Я же в алюминий шел, и просто уже в тот момент, когда я почуял, все, вы на меня сейчас нападаете, мне пришлось бросить эту затею и идти в пушки. Слушай, Рима, как-то вокруг сети уже дороги построены? Или это там это бывшие дороги Рубского? Это Рубского. Два кружочка такие, там этих... Так, кто еще ходит? Ты. Я закончил. Я вам говорю, ну, что тут без сейва каждый ход будет рассинхрон. Ну давайте, что для этого сделать-то надо? Да вот, подождите. Ну сейв сделать и грузить. Вот уже пошло. Пошло? А, да, нету рассинхрона, отлично. Переходовка долгая. Так, темный век. Давайте реформу денежного обращения. Все в темном, прикольно. А я как идиот в нормальный вышел. Темные века наступили на планете.
Год от Рождества Христова 1540. Прикольно. Блин, я понял, почему он в другую сторону пошел, но это какие-то, блин... Хрень. Если там еще его убьют, будет печально тогда. Кошки через одну клетку стреляют. Думаю, они на соседнюю стреляют. Не, на соседнюю стреляют только пращники и квадриремы. Все остальное. Что-что? И лучники саки. Ну да. Ну, короче, начальные все. Я до сих пор первый по науке. Представляешь, ну, а ты уходить хотел. Да. Ну, у шведа там уже хороший такой разгон. Ну, вот я говорю, что Кри надо было на шведа нападать. Вот если бы сейчас Кри забрал шведа... Я бы не пробил, просто это переоцененные самолеты. Но вот у него куча юнитов. А почему тут куча юнитов? Да, обороняться самолетами там легко. Не, без ядерки, но на шведы нападать... Один самолет, как бы, он ничего не сделает. Там, ну, это бред. На самом деле, насколько я вижу, у Кри всего два самолета, может. Нет, просто Кри в атомной эпохе, ну, да, а швед в начальной промышленной эре. То есть Кри его на две эпохи опережает, на две. Но швед его догонит. Так бы он мог его сейчас забрать. Если бы Кри сейчас забрал шведа, вот это реально можно было бы... заканчивать игру и его победителем объявлять. Но он забирает ацтеков, которого там ничего нету. То у него компуса так... хорошего ацтека, там можно города его развить. Тоже уже думал. Я думаю, он сейчас заберет просто спокойно ацтека. Ацтека проще брать. Вот именно, он его спокойно ну, заберет. Как бы, там... самолетами хорошо нападать, когда нету юнитов там. Как-то. Так, ну что, может уже... пересядем, где нормально поработать можно. А чё, Лосбрат вылетел, что ли, пока мы загружались? Да, вылетел. Давайте Кри. Лосбрат подключается, мне показывает. Ну, только сейчас. Вылетел, захожу заново. Кажется, шоу продолжается с вылетами. Ну, я думаю, пока я буду заходить, мне нужно сделать. Вместо Васиса тут... Давайте найти источники. Ну, что-то пингало на 100% прокачанный. Ой, алло, сори. На что грантов. Да, блин. А он, по-моему, ливнул, нет? Ну, у него столица пала, не знаю. Торговец, шпион у меня тут будет строиться. Так, давайте.
Рима, ты карточку не поставила, это учетные банки? Нет. Чё? Не надо производство в городах, да? В каком смысле? Ну, учетные банки дают пищу и плюс два производства каждому каравану, и когда ты к союзнику отправляешь. В том смысле, что тебе не надо производство, что ли? А, нет, я, честно говоря, чуть-чуть на карточке подзабил, когда был. Блин. У меня шпионов 3, тут будет строиться шпион. То у меня тут стоит содержание юнитов. Может, мне уже священное место убирать? Зачем мне уже столько веры? Следующим ходом. Ладно, давайте исследовательские гранты. Как вот это, ты типа три клетки выкупил, и он поставил город там, или как вообще такой прикол? Смотря где. Ну, в Лунсе у тебя вот такая вот. Да. Не, да, я выкупил, я думаю, он купит эту клетку, потом я куплю уголь. Поставил в мою сторону. А. Не, ну ты веселый, конечно, упорант прям. Веселый упорант. Ну реально, он прям вот всю игру там дерется, там, крадущийся тигр же. Слушай, я не хотел это делать, честное слово. Я хотел спокойно поиграть, смирно. Но ты видишь мою территорию? У меня нету холмов, нету лесов. У меня на всю территорию 4 леса. 5. Вон еще один, который я выкупил. 5 лесов на всю территорию. И у меня производство в городе 14 максимум. И расти некуда, то есть... У меня даже правительственной площади нету. 111 ход. У меня тоже нету правительственной площади. Её банально негде поставить. Вот у меня есть... Я хотел еще вот... Ты видишь, у меня там правее территория, там, где горы? Да. Но там хотел еще один город поставить, чтобы еще один кампус на плюс 3 поставить. Вот там возле двухклетках от серебра. Но даже я туда пока варвары захватили мой вот там... поселенцы моего. Блин, тут маяк надо купить. Заберешь меня, а там... Ты я совсем на этот город забил. Забери его. Ставь город. У меня тупо нету производства в этой игре. Вот три игры подряд у меня нифига не выходит. Это нифига, по-моему, не работает, нет? То же самое. Да. В смысле, я еще ход не закончил. Кто вы там опять? Кто нас пишет, что ты закончил ход. А вот я не закончил еще. Подключился. Ты только сейчас подключился? Да. Блин, сейчас еще ацтек ходить будет. А ему тут ходить особо нечем. Ну, да. О, у меня сразу нефть будет сейчас открыта. Ну-ка. Это интересно. И что, и нету нефти? Ну это фигня, блин, отсутствие нефти. У меня вообще не селитры. 26 нефти на карте. А, вот, вот нефть. Я думаю, уже нет смысла сюда подключаться обратно.
Француза нету нефти, ну... Это какая-то фигня полная. Перманентное отсутствие нефти. Так, ну тут карточку я уберу. Я, наверное, поставлю... Ну, блин. Я, наверное, поставлю... Гавань. Ставлю на шпионов. Чтобы быстрее операции проходили. И, соответственно, они прокачивались быстрее. Сколько еще осталось? Один ход. Так, спасибо за игру. Вам спасибо. Трое. Простец, так, я не специально. Трое. Ну, совсем чуть-чуть. Спасибо. Ну, самую малость, согласен. Но без никакой... Как это называется? Короче, тебе надо было оставить 6 городов, я бы тебе помог с варварами. Я понимаю, но у меня просто негде было ставить эти 6 городов. У меня 3 города вмещалось, 4. 4 я мог поставить более-менее нормально. У тебя один слева и 2 возле Кабу еще. Всего 6. Да, смотри, я мог поставить один возле Кабу, там в тундре, точнее справа там повыше. Еще один в сторону Кабула, но я эту территорию видел уже после того, как ты захватил там лагерь варваров. А там нет прохода ко мне. Понимаешь, там надо как бы открывать плавание, плывать это все дело. Да, так чисто случайно броненосцем своим вышел погулять. Не видел такую армаду, что там она стоит. Блин, давай, захватывай меня уже.
А вот китаец хитрый, хотел денег, а дружбу со мной не принял. Говорит, а зачем нам с тобой дружить? А ты мне я так и знал, дружбу? Что китайцы такие. Да, я тебе присылал, ты мне еще сказал, зачем мне с тобой дружить? Я не хочу, я только хочу твоих денег. Правильно, вот так вот на... Китай хочет. Вот, вот давай дружбу подкрепить. Все, я с тобой не дружу теперь больше. Ну зря ты так. У меня сейчас такие перспективы открываются. Вкладывайся, инвестируй в меня. Инвестируй в Китай, мы поднимем страну с колен. 239 счет. Тебя уже Алейнора обогнала даже. Угу. Я тебе скажу, больше меня обгоняет даже Ацтек с одним городом. Ничего, мне осталось помучиться еще ходов. 8. Блин, тут плюс 3, но тут и производство тогда уйдет. Ладно, ставим кампус. Посмотри, чели, не видишь, где... Справа, вот крабов видишь справа под городом, который сейчас захватит? Да. Вот там, где мы трирема. Ты видишь, там где рыба и краб? Да. Ты видишь, что там гавань на плюс 6 так, ставится? Так, мне для нефти... Нет. А? Нет. Ну, нужно в пластмассу выходить. Гавань в центр ставится. Класс, у меня нету нефти. Ты сейчас хочешь это, типа вот на подсосе, да? Сейчас забрать его. Почему я тогда в лаборатории идти? Не, я туда уплываю, не переживай. Мне он-то зачем? Вот, видишь, смотри, где у меня галера стоит. Так, я вроде вернулся. Так, примус надо вынести. Сумма побежден. Да. Рим, вот скажи, выдели свой броненосец возле Соликамска. Как ты его вообще пробиваешь хоть? Да, тут нет, варвары каналит учим. Ну, потому что там стены уже у меня везде сильные. Мне на самом деле надо было сразу в военные какие-нибудь вещи идти. Не в авиацию. И тогда бы ты меня, не знаю, может быть и не забрал бы даже. Самое ключевое слово было сказано мной. У меня это единственная селитра. Да. Ну, у русского селитры, конечно, много. Точнее. Только в одном городе, тут, в Москве. Да, в Москве селитры завезло. А чего ты там промышленную не поставил? В Москве. А что-то уже не помню. А, нету. Такая шикарная промышленная поставилась. Акведук на другой горе. Я собирался, только акведук я построил раньше, по-моему, чем эти селитры. А там другая фишка так, была. Значит, надо мне тут акведук ставить, а тут город населения потом. На районы. Я там построил... А, я еще там аэропорт поставил. Ну, вообще, даже сейчас под Москвой, если вот справа от реки, возле селитры отлично. Да, я знаю, да. Ну там вниз горы, можно. Но там уже не хватает района. Жителей 10 надо. У меня там уже 3 района, 4. Нет, 3.
Кампус на плюс 3. Так, может, я пойду? Чё мне тут ждать? Не против? Я не против. Я тоже. Ты там так сопротивлялся от Ацтека, ну, если... Если ну, там... Понимаете, вот, вот это вот, ну, вы играете неправильно, вот это вот ваша агрессия с самого начала, типа, кидали бы караванчики там, развивали. Нет, агрессии не было, пойми, я думал с ним... Было бы, было бы интереснее хорошо. Игра, как бы, а то, как бы, вы такие... Это говорит человек, который в самом начале на Америку напал, да? Нет, смотри. Нет, я просто Кри... У нас как бы поселенцы. Он ведет поселенцы, я веду поселенцы, как бы. Там вот такая была. Убили мне летучий отряд таки. Ну там, конечно, варвары. Так, ребят, ну смотрите, я сейчас вижу то, что Рим вообще меня тут фиг заберет. Я, в принципе, думаю, что я могу уйти, не нарушив баланса. Тем, что ему мои города очень с трудом дадутся. Потому что у меня тут прочность укреплений по 200, гарнизон, ой, по 400, гарнизон по 200. Тогда только при условии, что ты, видимо, мир заключишь с Римом, потому что... А, ну он же может с компьютером заключить мир. Без проблем. Ну я могу сейчас заключить. Ну просто я считаю, что тут уже баланс особо не нарушится, а я никуда уже точно здесь не улечу. У меня и науки уже у мало. Есть уран? Что есть? Уран? Да. Я его не открыл. Нет, что-то я не знаю. Мне до урана еще... Мне 11 ходов еще до урана, понимаешь? Там уже скорее ты можешь спросить у Кри. Я думаю, у него уже, наверное, открыт уран. Селенец. Или где-то там рядом. У меня, понимаешь, 130 науки вход, у меня сейчас все очень долго открывается. У меня одна технология в среднем по 5-6 ходов. Да, 130, у меня 50. Не, ну понятно, ну я-то в лидерах был. А у меня всего лишь один камп. Ладно, давайте, я пойду, вам тут удачи доигрывать. Давай, пока. Давай, я давай спасибо за игру. Понял, что делать? Захватывай меня, ставь четвертый город, там поселенец есть. И выигрывай. Ладно, заключу дружбу со шведом. Не знаю, что он там планирует. Делать, правда, с этой дружбой. Так, тут театралочки. У меня там... Ну, с Маскатом война. Кромки, смотри, у меня там, где между тремя городами, вокруг селитры, ты можешь поставить три хорошие промрайона. Там один стоит на плюс 3. Русские предложения мира. Все, пока. Удачи. Давай, пока. Не успел. Ну, Рим, ты смотри тоже, как бы. Миришься? Если хочешь мириться, то давай тогда, наверное, я помирюсь. Потому что компьютер уже может не захотеть мириться. Хотите, в принципе, пофигу? Помощь гуманитарная принята. Ну-ну. Так, а там по дипломатии, кстати. Ну, Рим недалече. От победы по дипломатии. Так. На самом деле... Мне бы в компьютеры вообще идти, потому что тут скоро затопление будет, а компьютеры далеко, блин. И много меня затопит.
Вот клетка. Вот клетка. И то второй волной. Ну, в принципе, не так уж и плохо. Не, нормально, ладно. В компьютеры пойдем, но чуть попозже. Ну, я бы здесь уже театралку строил, а не коммерческий инцидент, хотя для гавани все-таки соседство. Блин, не знаю. Так, ну чё, ребят, можно я тогда пойду уже? Рим? Что? Ну, я Тулу как бы хочу захватить, и потом я согласен. Ну тут а как бы Тулу, что я буду оборонять, что компьютер, без разницы, войск туда новых не придет. Ну, я тогда не вижу повода. Ну и на самом деле ты... Чего не видишь повода? Тебе оставаться. Ну ладно, тогда спасибо за игру, ребят. Всем да, спокойной. Спасибо за игру. Блин, надо было диверсию на производство ему тут делать, а не техи воровать. Так, ну в игре у нас осталось живых Кри, Швеция, я и Рим, четверо. Причем я из этих четверых, мне кажется, хуже всего выгляжу. Опа, а у Алеоноры-то хорошо города отваливаются, да, Алексей? Тогда он же не развит вообще нифига. Я его даже не линкорами захватываю, а обычными фрегатами. А, ты про то, что обратно они отвалились, или что? Они как бы отваливаются обратно, да, то есть не... Да, это, не кстати, прикол. Ну ничего, оно сейчас вернется все. Кстати, Нанмадол я освобожу. Давайте сюда три. Надо культурку поднимать. И Нанмадол будет прилично культуру еще давать. О, как Париж быстро умирает. Так, Рейн надо разрушить, мне не нужен. Театр. Теологический возьму. Так, где я могу город поставить? С другой стороны, хочу ли я его где-то ставить? Может, где нефть есть? Здесь у нас
Где-то нефти было дофига. Да блин. Во. Блин, только это все на море. На суше где-нибудь вообще есть нефть? Да. Да, вообще грустное, конечно, развитие у Франции. Какая тут лояльность вообще? Минус 20. Мне надо очень-очень быстро нанмодол захватывать. Не, ну я должен следующим ходом его брать. Амбуаз уже, ладно, амбуаз просто 3 жителя, а нанмодол 10, соответственно, тут никакого влияния уже не будет. Кстати, можно и Наску, наверное, можно Наску захватить, меня уже... Так. Ну, я думаю, что надо пытаться в космос улетать. Может, тогда все-таки сделать, ставить театралочку? Давайте, ладно. Культуры у меня мало. Предложение. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!